Привет, мои хорошие! Ну что же, ура! Четвертый этап. Делаю страничку. На этот раз я решила сделать эксперимент с моими любимыми акварельными фонами. Но это не будет совсем несложная акварель. Очень все простенько. И я распечатала 6 фотографий размером 5 на 5 сантиметров. Но они на одном таком листочке у меня. Я их по ходу делаю... разрежу. Есть у меня идеи на эту страницу. И в качестве основы я использую акварельную бумагу. Она у меня вот в таких планшетах. Недорогая бумага, купленная в обычном таком канцтоварном магазине. Размер 30 на 40 сантиметров. И я срезаю 12 сантиметров вот этого листа большого. И у меня получается квадратик, который почти как скраб бумага размером. И поскольку он чуть-чуть меньше, все-таки получается, я обычно такие акварельные фоны свои сажаю на целый лист скраб бумаги, и заодно получается рамочка. Ну, как я в первом этапе делала, вы помните. Я сделаю сразу же фон. Смотрите, у меня фотографии 5 штук, они все разные. Это у меня будет такая страничка лучших моментов за 2015 год, и она будет вся состоять из заголовка. То есть я хочу сделать большую надпись буквами, и эти буквы буду вырезать из бумаги и из своих фотографий, поэтому фотографии у меня такого именно размера получилось. Пока их в сторонку положу, но они такие все разномастные, поэтому, собственно, фон можно делать, ну, очень такой разнообразный. Я для фона беру свою акварельку любимую. Так, и вот у меня тут баночка чистой воды. Возьму две кисточки, такие крупные кисти, и сделаю очень простой такой акварельный фон. Так, я чтобы можно было свой лист поднимать, я хочу сделать потеки, поэтому я хочу сделать подтеки на фоне, поэтому я свой лист к обратной стороне планшета приклею на малярный скотч. Так, раз. И вот так вот внизу точно так же приклеиваю, и получается такой фон. Можно использовать какую-нибудь досочку, планшет, что дома есть, но я вот так вот выкрутилась, просто обратную сторону этого же планшета, откуда я тут листы достала. Теперь намешаю. Так, мне как-то хочется так разместиться, чтобы и вам было видно целиком. Поэтому сейчас я чуть-чуть время вот так вот. Оп. Вот. Я что сделаю? Какую-нибудь подставку возьму. У меня тут есть такая банка с кисточками. И вот так вот сделаю. Лист подниму. Так, фотографии, чтобы не намочить их в сторонку, вот так вот отправлю. И сделаю такую себе радугу от... ну, короче, моя любимая гамма. Я очень люблю... так, возьму другую кисточку. Очень люблю желтые, розовые вот такие цвета. В общем, я фанат желтой, розовой гаммы. Достаточно много воды беру, чтобы были потеки. И не мудрствую лукаво, просто вот так вот кисточкой наношу. И прям много-много воды можно использовать. Хорошо бы, чтобы вода была чистая. Почище, чем у меня. Я сейчас возьму пульверизатор с водичкой. И вот так вот сделаю. Так, желтенький потек. Потом будет у меня такой розовенький. И, в общем, буду я чередовать эти цвета.
посмотрим, что у меня из этого выйдет. Они где-то сольются, будут рыжие оттенки появляться. И вот тут такую капельку. Оп. И чтобы немножко повеселее смотрелся, пока все влажненько, я чуть-чуть сделаю брызг. Ой, ничего себе чуть-чуть. Конкретно так у меня получилось брызг. Большая кисть. И много воды было в ней. Она такая мокренькая. Ну, вот так вот оставлю. Все. Собственно, на этом мой фон завершен. Такие совершенно простые мазки, не нужно их вырисовывать, они сами по себе появляются, получаются такие естественные и красивые. Такой чудесный фон. После высыхания акварель станет бледнее, поэтому я пока в сторонку отложу, пусть сохнет мой фон. Столик протру свой, чтобы ничего не напачкать. Красочки пока убираю, чтобы... Они мне не мешали. И буду уже работать с бумагой. Сейчас разрежу ровненько фотографии. Я их режу без рамочки. Поскольку это у меня будут буквы из моих фотографий, мне тут рамка не нужна, в общем-то. Распечатали с рамочкой, потому что я себе сделала в фотошопе такие заготовки для печати мелких фотографий. Файлики, куда я вставляю, там уже рамочки автоматически получаются и делаете заготовки под нужные мне форматы, ходовые, которые я чаще всего использую. Это, кстати, очень удобно. И если вы тоже пользуетесь фотошопом, если делаете коллажи в нем, то я вот могу вам поделиться с вами своим опытом, что очень удобно иметь такие заготовки и под ту бумагу, которую вы используете, под те форматы. Вот эта фотография, она чуть меньше, 4,5 на 5 сантиметров. Но это не беда. Она просто, ну, из-за того, что вытянутая, там не получилось ее сделать квадратной. Иначе кусочек меня бы обрезался. Так, фотографии нарезаю. Не знаю, как у меня будет со временем на эту страничку, больше ли времени, потому что тут, конечно, идет время на нарезку фотографий. Это можно делать, на самом деле, от руки, просто ножницами. Иногда это быстрее может получаться. Чем на резаке или там по линейке все это выверять. Так, еще одна фотография. Вот. У меня всего должно быть 6 фотографий. Сейчас проверю, что никакие не потерялись. И пока мой фоновый лист сохнет, я буду выкладывать прям тут на столе своем рабочем. Я взяла такой наборчик начатый. Это Lucky Charm, Dear Lizzy. Тут разные есть бумажечки. Я сейчас... Возьму такие более какие-нибудь веселенькие, поярче. Кусочки. И их буду использовать. Ну, они мне по размеру нужны, листочки, которые не самые маленькие. Мне нужно будет такие квадратики сделать. И вырезаю из этих листочков... такие же квадратики, как мои фотографии по размеру.
Можно сделать себе шаблончик какой-нибудь один и по нему уже вырезать. Или если у вас есть дырокол, по моей задумке, можно делать из квадратиков или из кружочков, в принципе, тоже. И если у вас есть дырокол, квадрат такого подходящего размера или круг, можно им воспользоваться. Это сократит время на нарезку, если вам эта идея понравится и захотите тоже сделать подобного плана страничку. Тут можно обрезочки использовать, пристраивать. Так, желтенькую, может, какую-то еще. У меня будет фраза, написана на страничках My Best 2015. И я могу попробовать сразу выкладывать свои фотографии и листики. Ну, вот так, например, будет. Так, что-то тут. Вот верхняя это будет май, там 2015 или best, или my best 2015, или my 2015 best. Не знаю даже, как лучше. Честно говоря, в этом плане пробел у меня. Но посмотрим. Ну, в общем, даже вот так вот уже в таком виде вполне себе имеет право на существование это. Задумка моя. Можно вместо желтого взять. А, хотя там желтый, в принципе, у меня на фоне будет, так что нормально, желтый лист. Теперь из этих фотографий буду взять буковки. Я сделала себе вот такую такой набросок, эскиз, как вырезать буквы. Ну, из квадратиков просто буду срезать лишние уголочки и смотреть на очертания буквы и какая фотография под какую букву подойдет, потому что часть у меня будет фотографий, то есть которые более удачны для фотографии. Ну, вот, например, 2015, если у меня будет как на эскизе. То есть тут будет вот это будет буква У. То есть я просто срезаю лишнее. Так. Так, буковка М у меня будет, наверное, так, я сначала с фотографиями разберусь, а потом уже из оставшихся бумажек вырежу буквы, которые не пригодились. Так, Т, вероятно, у меня будет все-таки, хотя как-то себя резать не очень хочется. Буква Т. Ладно, единичка у меня будет точно вот из этой. Это я уже решила. Как у нас единичка выглядит? Отрезаю лишнее. Так. Ладно. Сделаю Т из себя. Вот такую. Т широкую. С широким столбиком. Нормально. Поскольку это просто кадры какие-то. Цель такая просто запечатлеть наиболее яркие события или какие-то эмоции свои, или какую-то яркую историю из своего года. Поэтому
Ну, кстати, нолик можно прямо оставить целиком фотографию. Ну, пусть вот это будет моя фотография. Буковку Б я вот так вот сделаю. Сначала срезаю уголочки, потом срезаю тут. Ну, как бы понятно, что это Б. Ну, я надеюсь. А из вот этой фотографии сделаю себе сердечко. Срезаю так вот верхние уголочки по чуть-чуть. И внизу, так, стараясь более или менее симметрично, срезаю. Получился такой вот алмазик, бриллиантик, да? И у него наверху тоже срезаю кусочек. Ну, получилось сердечко. Вот, собственно, все фотографии порезала. А теперь сделаю из бумажек вот этих оставшихся буквы, которые мне нужны. Тут буковка М будет. Стилизованные буквы, то есть не, совершенно не нужно как-то рисовать их контуры по контуру. А вырезаем все вот сразу. Так. Вот. 2015. Он, в принципе, пятерочка, то есть больше кружочек внизу вот этот будет. Чтобы это была пятерка. Так, и мне теперь буковку Е нужно сделать. Ее сделать, в общем-то, просто вот так вот. Раз. И тут вырезать. Маленькие кусочки. Ну, можно более такую, не такую жирненькую поначалу, как я сначала сделала. Но она и с жирненьким основанием тоже имеет право на существование. Вот так вот. Так. И буковку S вырезаю, так как она у нас идет бум-бум. Ну, понятно, что это S, стилизованное. Так, и сердечко. Все супер-пупер. Сейчас посмотрю, как у меня там мой фон подсох, не подсох. Не до конца он подсох, но я вот тут сейчас жирные, жирные вот эти мокрые пятнышки аккуратно промокну полотенцем. Можно салфеткой, можно снимать лишнюю воду кисточкой. Ну, у меня вот под рукой сейчас полотенце, поэтому я влажные вот эти места промокну, чтобы не смазать. Ну, буду сейчас выкладывать аккуратно, чтобы не сделать там каких-то лишних помарок. Снимаю свой листочек.
и выложу вот так вот. Так. Все уменьшается. Но я при печати фотографии я учла, что мне нужно... Какого размера у меня будут буквы, что 5 на 5, если я сделаю все квадратики, они 4 штучки в строчку хорошо лягут на листочек 30 на 30. Ну, в общем, немножко математики тут начального уровня пригодилось. Ну, такой вот чудесный получается листик. Он где-то он уже очень сухой, но я попробую приклеить свои квадратики сразу уже на скотч. Да, буду... пользуется для скорости диспенсером. Если лист еще влажный, можно подсушить феном, но у меня он вроде бы высох. Приклеиваю более или менее симметрично и относительно ровно. Я говорю более или менее относительно, потому что иногда глазомер подводит. Но чтобы было поровнее по центру, то есть более так симметрично относительно центральной оси, можно сначала приклеивать к серединке те элементы, которые ближе к центру, то есть как вот я нолик приклеил, а потом уже те, которые ближе к краю. Тогда вот это расстояние между, ну, от края до одного элемента, и тут они, ну, больше шансов, что они хорошо, в общем, будут совпадать, как будут одинаковые. Ну, именно симметрию соблюсти. Ну, расстояние тоже стараюсь такое более-менее одинаковое делать. Так, кончился. Поэтому перехожу на скотч, ну или на там клей-карандаш можно. Сейчас уже нету времени менять эту внутреннюю кассету. Сейчас все быстренько приклеиваю. И чуть-чуть украшалок добавлю. И страничка будет готова. Так. Кстати говоря, я сейчас пришла мне в голову мысль, что я, наверное, еще добавлю строчку, потому что это быстрый очень вариант добавить декоративные такие элементики на страничку. Поэтому я сейчас вот эти оставшиеся буквы слишком тщательно приклеивать не буду. Буквально так вот прихвачу одним кусочком и строчечку добавлю в самом конце. Строчка меня выручает, когда нужно добавить какой-то нюанс. Она везде хорошо смотрится. То есть, ну, ни разу я не видела, чтобы строчка была лишняя. Так. Теперь я возьму украшалки. У меня... что тут у меня есть под рукой? Тут у меня лежит пакетик с украшениями от другой коллекции. Тоже American Crafts. Ну, тут наклейки. Я, в общем-то, ради этих наклеек его тут положила. Потому что там есть какие-то небольшие такие... штучки. И украшения в этой страничке я таким образом распределяю, то есть тон в тон. Какие-то дополнительные элементы поверх того цвета, который уже присутствует на страничке. То есть на вот голубой буковке я голубую наклейку добавила. На желтенькой сейчас вот желтенькую. Ну, в общем, вы поняли смысл.
Можно где-то в фон добавить кусочек небольшой. А смысл таков, чтобы были цвет в цвет. Тут перышко. Потому что сама по себе вот эта страничка, она уже довольно-таки такая, как сказать, сумбурная, и достаточно много в ней беспорядка уже присутствует за счет того, что много цветов, и не нужно их еще больше... Что-то перышко. Просто несколько таких сейчас символов. Несколько чего-то более такого интересного. Я добавляю камушки. Так, зелененький. Сюда. Дотсы очень выручают. Плюс несколько деревяшечек я добавлю. Так. Сначала их разложу. Ну, просто чтобы страничка такой не была совсем уж пустой. Чтобы были... штучки, за которые вот взгляд может зацепиться. Хотя бы немного их нужно. Так. Куда я ее хотела? Вот эту звездочку, непонятно. Куда-то я ее хотела, ага. Приклеиваю свои деревяшки. Тут и там, так скажем, по всей страничке. Так, теперь возьму фоновый листочек. В качестве фонового листочка тоже буду использовать бумагу Daydreamer. У меня тут какие-то остатки коллекции. Посмотрю, какой сейчас, на какой лист хорошо ляжет. Ну вот на красненький. Так, контрастный. Ну, как самый яркий тут из оставшихся у меня. Поэтому его буду использовать. Так. Остальные убираю. И скотч нанесу. И на машинке прострочу. Вот так вот я в двух местах прихвачу. Чуть-чуть подрежу свою страничку с двух сторон. Приклею ее так симметрично. Оп. Пойду на машинке прострочу и покажу вам, что получится. Я строчку проложила по периметру всему, и плюс некоторые фотографии, буквы тоже прошила
И я решила, чтобы чуть-чуть более так поинтереснее смотрелось, добавлю черные капли, беру свою тушь. Тушь и, ну, обычная чертежная, несмываемая тушь. Ей удобно делать капли, потому что она уже такая жидкая, как водичка. Так, сначала я попробую на бумажке попрактиковаться. Возьму кисточку такую небольшую. Ну, вот такие меленькие точечки вот получаются. Не сильно, если давать. Но я их вот здесь и здесь по диагонали поставлю. Так. Не сильно много. Вот так вот добавила. И еще немножечко черного добавлю на страничку при помощи штампов. У меня вот такой есть наборчик топ-5, топ-5, топ-10 2015 года. Но тут есть разные надписи. Я их возьму и черными своими чернилками, VersaFine любимыми, сделаю несколько оттисков около фотографий и на фотографиях. То есть не случайным образом их наношу в разных местах странички, а около фоток. Миниатюрные надписи. Можно где-то даже добавить еще и циферки эти. Ну, собственно, я уже на самом деле увлеклась. Немножко акцентов просто хочется добавить, более таких контрастных. Ну и слов, поскольку журналинга тут нету, мне не хватает каких-то слов. Еще сердечек. Ну, в общем, все. На этом хватит. Спасибо огромное за то, что вы были со мной, за то, что участвовали в моем проекте вместе со мной. Скрапили, делали свои странички. По-моему, мы с вами очень круто начали этот год. Не прошло еще полмесяца, как мы уже сделали целых 4 странички. Это, по-моему, шикарно. Молодцы все участники. Благодарю вас за ваше вдохновение, за ваше творчество и внимание к моим видео и вообще к тому, что я делаю. Добавляйтесь, у вас есть еще несколько дней, чтобы завершить все свои странички, если вы вдруг по каким-то этапам пропустили. Скоро разыграю подарочки, сюрпризы и выдам небольшие такие приятные бонусы всем, кто сделал все 4 странички по каждому этапу, поэтому добавляйтесь, догоняйте. Надеюсь, что вам это поднимет настроение. Спасибо огромное. Желаю вам отличного, плодотворного творческого года, много-много вдохновения и до скорой встречи в моих новых проектах. Их я хочу делать побольше. У меня много еще мыслей есть. Все, всех целую. Пока-пока.